Всем привет! Сегодня в Охотник.нет у нас обзор. Я хотел бы рассказать о прицеле Discovery, самом новом, самом топовом из всей линейки. Это прицел Discovery серии HD. Сейчас представлен 4×24×50 с кольцами, прошу заметить, 34. То есть это нестандартные большие кольца, которые позволяют показать идеальную картинку и отличный угол обзора. Плюс также у нас есть прицелы тоже HD, тоже самые современные, но 3×18×50. Главное отличие этих прицелов от многих других того же ценового диапазона — это сетка FFP, то есть в первой фокальной плоскости. Это очень удобно, особенно для тех, кто стреляет из пневматических винтовок высокого класса, например, как наш вот Daystate Red Wolf в красном ламинате. Вот. Прицел идет сразу с такими откидными крышечками, с боковой отстройкой параллакса. Кольца 34 в комплекте не идут, но у нас они есть всегда в наличии. Поставляются прицелы Discovery вот в таких ярких, красивых коробках. Данный прицел, в принципе, конкурент, но, наверное, все-таки переигрывает. Прицел Маркул 5×30×56. Тоже с FFP-сеткой в первой фокальной плоскости, который у нас, в принципе, уже стал хитом. Это один из самых популярных прицелов для точной стрельбы на дальние дистанции. Вот. Но этот прицел тоже интересен тем, что он более компактный, больше угол обзора, но меньшая кратность. Вот. Возможно, в линейке HD выпустятся еще прицелы с кратностью 30, но пока их нет. Вот. Но вот данный прицел очень рекомендуем тем, что у них крайне светлая картинка, он переигрывает Маркул в светопропускании, то есть прям изображение очень четкое. И в целом прицел легкий, компактный, надежный. То есть вот этот Discovery я бы мог вам рекомендовать как премиальную линейку. Даже можно сравнить с какими-то прицелами Nikon. Превосходит по практически всем параметрам прицелы Nikon, которые сейчас стоят 60, 65, 70 тысяч. Объясню почему. Тут больше угол обзора, он компактней, он легче, тут лучше сетка, она гораздо удобнее для пневматики. Но те все-таки прицелы Nikon, они для огнестрела, поэтому, скорее всего, этот прицел не сможет выдержать отдачу, такую как Nikon. Но для пневматических и мелкокалиберных винтовок эти прицелы number one, то есть они лучше, чем Nikon. Покупайте прицелы Discovery в Охотник.нет.